Егор и Катя танцуют под песню из игры Just Dance. Это симулятор, где нужно повторять движения за персонажем на экране. Именно в этой дисциплине спортсмены представляли Красноярский край на играх будущего в Казани. Начинается просто проигрыш, и вот тут в уголку показывается движение заранее, которое нужно будет повторять. И, собственно, персонаж показывает эти движения. Точность танца оценивается программой. В итоге можно увидеть количество набранных очков. За спиной у Егора и Кати уже внушительный танцорский стаж. Just Dance, признаются спортсмены, гораздо доступнее, чем профессиональные танцы, и развиваться в направлении сейчас особенно интересно. Он направлен больше на, ну, как на обычных людей, нежели прям суперспортсменов. Это кардиосимулятор. Есть свои особенности. Оба танцора. Интересно, очень. Пробуем. Может, дальше будем в этом развиваться. Just Dance – это одно из направлений фиджитал спорта. Фиджитал – это соединение двух английских слов – физикал – физический и диджитал – цифровой. На соревнованиях оценивают умение играть в спортивные симуляторы на приставке и мастерство на традиционных площадках – симбиоз реального и виртуального спорта. Одно из самых популярных направлений фиджитала в Красноярске – баскетбол. Фиджитал-баскетбол проходит в формате 2 на 2. Сначала команды играют на приставке, а потом переходят на настоящее поле. Сейчас моя команда проигрывает со счетом 11-10. Но у нас еще есть шанс победить. Счет симулятора переносится на паркет. Здесь можно наверстать упущенное в компьютерной игре. Спортсмены делятся: секрет успеха – тренировки на приставке и в жизни. Красноярские баскетболисты уже больше 8 лет с мячом в руках. По их словам, инновационность фиджитал-спорта пока что играет им на руку. Конечно, легче, потому что не все игроки умеют играть на приставке. А так как мы здесь тренируемся, то мы берем преимущество на NBA. А на площадке мы уже добиваем их, даже не чувствуя сопротивления. Федерация фиджитал-спорта появилась в Красноярске год назад. Сначала играли в футбол и баскетбол, потом появились очки виртуальной реальности для ритм-симулятора Beat Saber. В этой игре нужно под песню разбивать цели световыми мячами. Специалисты говорят, по физической активности дисциплина сравнима с настольным теннисом. В ближайшем будущем в Красноярске появится фиджитал-кёрлинг, рассказывает президент Краевой федерации фиджитал-спорта Сергей Веневцев. Добавили одну дисциплину, это фиджитал-кёрлинг. Мы сейчас готовим документы на регистрацию этой дисциплины на российском уровне. Опыт большой уже есть, но мы все равно идем дальше. У нас в Красноярском крае инициативная группа разработала уже первый или второй вариант игры в кёрлинг в VR-очках. То есть сейчас можно одеть и попробовать себя игру в кёрлинг, изучить правила там же. Фиджитал – это гораздо больше, чем развлечение для спортсменов и зрителей. 3 марта в Казани завершился первый международный фиджитал-турнир «Игры будущего». Помимо уже привычного футбола и баскетбола, там проходили соревнования по тактическому бою с лазертагом, единоборством и бои роботов. Одним из самых ярких моментов игр стала гонка дронов. Стать фиджитал-спортсменом или хотя бы попробовать себя в этой необычной активности может любой красноярец. На острове отдыха открыт клуб фиджитал-спорта. Вступить могут все желающие, старше 6 лет. Верхнего порога нет, нужно только принести медицинскую справку о состоянии здоровья. Занятия проходят бесплатно, записаться можно по телефону 223 04 55. Никита Тимонин, Данил Мамонтов, Новости ТВК.